Цель этого всего в дальнейшем – это комплексная модернизация транспортной инфраструктуры. Но первый шаг – это поднятие полномочий на уровне региона по определению маршрута сети. Конечная цель – как это должно отразиться? Во-первых, качественное оказание услуг. Цель всей модернизации, всей реформы заключается в том, чтобы предприятия пассажирских, которые шли пассажирские перевозки, боролись за качество, а не за пассажира.